забили гол, и брат вам так не глядя отдал передачу, и вообще после, после гола как-то вы обменялись так жестами, это была какая-то домашняя заготовка или экспромт? Ну, насчет то, что так получилось, что он пас отдал, да, мы как бы, ну, тренируем на тренировках, как бы нам говорят, чтобы один нападающий все время на пятаке был, так что работаем над этим. Насчет жестов, нет, это просто эмоции. А как вы вообще с братом вам играть так комфортно? Да, ну я уже много раз говорил, что я думаю, любому игроку, кто с ним играет и кто играл с ним, всем комфортно играть, потому что он один из лучших игроков, так что... Почему грустно такое? Я не грустный, не, почему, просто ну, тяжелая игра была, вы так, ну как, устал маленько все что. Игорь, удивились, что у «Авангарда» 5 матчей с победы? Да мы как бы на это внимания не обращаем. Нам просто сказали, что ну, команда там проиграла там, несколько матчей подряд. Но это не наше дело, это их не проблемы. У нас свои проблемы, нам надо набирать очки, как бы строить свою игру. Так что без разницы, что там у них. Самое главное – наша команда. Так что особо не имеет, ну как бы, без разницы, что у них творится. А после того, как шайбу забросили, что Валерий Николаевич сказал вам? Да нет, ничего не сказал. Как обычно, когда команда ну, забивает гол, все радуются, подбадривают друг друга. Так что... Игорь, скажите, пожалуйста, а вот в концовке, когда 4-6 пришлось играть, какая установка от тренера была? Ну, строго в обороне сыграть, и самое главное, не дать забить, вывести шайбу из своей зоны. Выстоять, вот все. Как считаете, вот по матчу результат закономерен? Ну, я считаю, что да, как бы где-то нам повезло больше, но, опять же, у нас моменты были, мы не забили, у них вратарь хорошо стоял, у нас вратарь очень, ну, можно сказать, вытащил, так что мы забили, значит, ну, выиграли, значит, нам больше повезло, мы больше хотели, вот и все. Кстати, вот такой вопрос, в последнее время болельщики не очень-то приходят на игры ЦСКА, вас не удивило, что сегодня были практически полные трибуны? Я даже не знаю, но надо выигрывать, и народ ходить будет на хоккей, так что вот все.